Хоп, хей, ла-ла-лей, Матисс, давай на тест скорей. Ну вот, собственно говоря, Матисс 12 года, 800 кубиков, в общем, моторная лодка, 57 кобыл, стоимость 138 тысяч рублей составляет. Этот автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне Лига Авто. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Все еще довольно живое, движок тоже бодренький, тянет отлично, хотя я, конечно, склоняюсь больше к литровому агрегату. У нас был в семье такой автомобиль, для города прикольная штука, просто ускоряется как зараза. И вот тут нормально еще с движком, все хорошо, довольно бодрый, но периодичность поломок, конечно, иногда пугала на квадратный сантиметр этой тачки. Так что, как она так едет, а? Прям, ты думаешь, ты доедешь или не доедешь? Весело, всякие датчики глючат, но зато не соскучишься с этой тачкой. Хорошо тянет мотор, вообще отлично просто. Проблем нет никаких. Маленькая, юркая, компактная, внутри места предостаточно. Что еще нужно для простой, супер бюджетной тачки? Там даже вот есть бюджетный сегмент, она где-то в глубине бюджетного сегмента закопалась и все, и сидит там. О, без гора хорошо. Что, немножко сейчас раскочегарю. О, как хорошо идет, а вот сам звук. Ух, здорово, мне нравится. Живая тачка вполне, мне нравится. Аудиосистема, даже Clarion есть с AUX-ом, представляете себе. Но кондей нет, гура нет, стеклоподъемники механические, конечно, сложно продать такую тачку. Вот, потому что все-таки в основном представительницы прекрасного пола передвигаются на этих супер бюджетных городских малолитражках, и им и стеклоподъемники нужны, электро, соответственно, best комплектация на литрухе, вот самый для них подходящий момент. А это, ну, я даже не знаю, ну, кто не сильно разбалован благами цивилизации автомобильной индустрии, тогда да, а в основном будут просить кондей, гуру и так далее. Все еще живенькая, 70 тысяч пробег на ней. Вот так даже бывает, когда нажимаешь на эту гудулочку. А, все работает нормально, с печкой проблем не было у нас. Давайте подключимся, что здесь есть. Пищевой бокс, здесь тоже пепельница, прикуриватель, два подстаканника. Ну, в принципе, все, ничего особенного. Про этот автомобиль я плохого рассказать не могу, вот точно. Представляешь, что тут напрягает голый вообще металл, ничего не прикрытый абсолютно. И вот механические регулировки, это все долго происходит, когда делаешь. Вот, давайте откроем капот. Вот, ну, благо, что автомобиль сохранился в хорошем состоянии, и он быстро гниет. Вот нужно отдать должное, что быстро гниет. Отломили здесь уже регулятор. Крючок бензобака откроем, педальный узел вот такой. По городу она ест очень мало, ну, в принципе, пол ведра, наверное, за день у нас ест, трехлитрового. Вот и все. Ах, вот непонятная погода. Вроде бы на солнце жарко, а потом, когда ты выходишь, вполне так прохладно. И приходится, в общем, то ветровку одевать, то раздеваться полностью. О, сейчас ветровку одену, а то вспотел. Здесь ни кондей, ничего нет, иначе меня так основательно продует. В общем, смотрите, здесь детский замок, фиксатор для положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Здесь это вообще как бы смешно даже, это не то чтобы как бы пластик, да, это пластик, но он еще обтянут, вы знаете, клеенкой. Вот понимаете, на даче у вас на столе клеенка, вот пластик обтянутый немножко клеенкой, вот здесь такая же тема. Ну, супер бюджетно, да, но иногда в некоторых местах даже как-то вот... Вроде бы Матисс хороший, но стыдно мне почему-то. Такие дела. Вот. Не до конца, не всегда с первого раза, да, закрывается эта тема. Иногда придется хлопать вам этот супер автомобиль. Багажник тоже небольшой, вот такие замысловатые интересные фонари. Выхлоп. Акрапович бы сюда поставить, было бы неплохо. Задняя тачка парковки здесь не предусмотрена. Багажник небольшой, он открывается с ключа. Нужно, соответственно, скрутить автомобиль и открыть с ключа. Вот. Маленький, симпатичный, прелестный автомобиль. Еще цвет, кстати, металлик, потому что переливается на солнце. Очень красиво. Deo Matisse. Кто помнит еще Deo Nubira? Вот мне она зашла. Красивая тачка. Deo Nubira. Сейчас я вам немножко эротики продемонстрирую. Это подвеска, задняя часть. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Будет еще много интересных и познавательных видео. Итак, поездили уже шины под замену, штампы
данном случае 13 145 на 70 профиль. Ну, вот такие дела. Вот эта тема с подкрылками отходит со временем. Вот такой багажник, честно. Вот такой небольшой. Инспектор. А там еще надпись. Так, где же там была надпись? Вот она. Каримов М. Похоже, что он все инспектировал автомобили, которые исходили с завода, с конвейера ДО. Такой щедрый. Вот. И везде одна и та же фамилия стоит. Это не заговор, а? Такие же механические регулировки, здесь все нормально, как видите. Сидушки средненькие. Вот. Но если за ней ухаживать, она катает. Нормально катает, проблем не знает. Двухцветный твердый пластик, шумки никакой абсолютно. И еще плюс гниет. Вот. Лобовое без сколов, без трещин, что очень даже редко для такой тачки. Вот. Передняя часть вот такая. Такая умилительная тема. Умилительная, действительно. Давайте покажу вам, что капотом, ну, он трясется, конечно, слегка. Так, сейчас поставлю его как надо. Три цилиндра всего лишь, на трех горшках далеко не уедешь. Вот. Но все-таки литруха, она предпочтительнее будет. Вот следующая замена масла, 55 тысяч Shell, 5 на 40 льют сюда. Вот так можно послушать. Так, работает все. Чугунный блок, здесь ремень ГРМ стоит. Ну что, в принципе, свечи меняете, и все, здесь трамблер вот, стоит. Вот так и немножко трясется. Порох воздушного фильтра, аккумулятор небольшой, тормозуха, реле, предохранители, лампочки у меня Техко, антифриз. Ну вот и все, сюда заливаете. Ну а если вот щуп для масла. Забор воздуха нормально развязал. В принципе, вот и все, что предлагает эта турборакета по цене самолета. Вот такой Daewoo Matiz. Действительно, тот автомобиль, который прижился у нас. В большинстве случаев бюджетное авто обходят стороной, а этот автомобиль, мало того, что он прижился, он востребован, и его полюбили. А вот это уже очень дорого стоит. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!